банановый пирог с творогом и печеньем. Ингредиенты. Масло сливочное 70 грамм. Овсяное или юбилейное печенье 200 грамм. 400 грамм творога. 200 грамм сметаны. Яйца 3 штуки. 3 спелых банана. 1 столовая ложка сока лимона. Сахар 3 четвертых стакана. Приготовление. Измельчаем печенье для пирога с помощью мясорубки, блендера или скалки. Растопленное сливочное масло вливаем в получившуюся крошку и хорошенько перемешиваем. В мультиварочную чашу, смазанную сливочным маслом, отправляем полученную массу и утрамбовываем ее донышком стакана или руками по дну. Чашу мультиварки с содержимым убираем на время в холодильник и начинаем готовить банановую начинку. Бананы измельчаем блендером, добавляем сок лимона, благодаря этому бананы не потемнеют. Творог, яйца, сахар и сметану взбиваем блендером в другой емкости. Затем творожную массу смешиваем с пюре из бананов и все вместе взбиваем. Начинка для бананового пирога готова. Из холодильника достаем чашу мультиварки с основой для пирога и выливаем в нее сверху аккуратно начинку. Крышку мультиварки закрываем, выбираем режим выпечка и готовим 65 минут. После того, как прозвучит сигнал об окончании готовки, мультиварку выключаем, а банановый пирог еще на 1 час оставляем в мультиварке. Крышку открывать нельзя. Когда пройдет час, банановый пирог из творога и печенья при помощи пароварочной корзинки аккуратно достаем и украшаем. Банановый пирог в мультиварке готов.